я тоже из этого же города небольшого, да, здесь на Урале, Марина уже озвучила. Работаю я на Зауральской ГРЭС, 19 лет, и работаю. Вот. Как я познакомилась с таким? Я смотрю в одноклассников, все время Татьяна что-то там мешает, няшки, выкладывает. Смотрю. Думаю, дай-ка я спрошу, что это такое. Пишу, Татьяна, добрый день. Что ты там мешаешь, что ты пьешь? Так у нас не завязался разговор. Тихо, говорит, давай я тебе позвоню и расскажу. Окей, давай. Позвонились, рассказала. Ну, так как я Татьяна знаю давно, человек она мне знакомый, хорошо знакомый, я здесь на ней как бы доверилась. Говорю, без проблем, Тань, давай попробуем. Пока не могу сказать, супер это или как, попробую. И когда я заказала сет, один сет я заказала, зашла на один сет, я прошла месяц, и когда у меня стали заканчиваться эти витамины, я поняла, что я же еще хочу их пить, а у меня их нет. Что делать? Ну, я заказываю 6 сетов следом. 2 себе, 1 дочери, племянницы, в общем, все раздала по своим родственникам. Весь этот сет. Вот так произошло мое знакомство с витаминами Фитлайн. Так как я почувствовала результаты, я уже делилась ими, этими результатами. Я, конечно, стала рассказывать своему близкому окружению об этих витаминах. Вот так я Марину сподвигла их тоже попробовать. Благодарю Татьяну за то, что она рассказала мне про них. Наталья, огромное спасибо. А вот смотрите, дорогие.